Всем привет! Сегодня я хотел бы с вами поговорить о таком проекте, как OPP Open Wi-Fi. Вообще, это сервис на базе сообщества, предназначенный исключительно для создания глобального бесплатного доступа к открытой сети Wi-Fi и вознаграждения каждого участника за участие в их бизнесе. Как мы знаем, в мире около 2,5 миллиардов пользователей смартфонов, 80 из которых активны в социальных сетях. Wi-Fi стал частью нашей повседневной жизни. Однако удивительно, что 76% из нас часто оказываются в ситуации, когда доступ недоступен. Или когда доступ заблокирован требованием оплаты. Из этих 2,5 миллиардов человек... Они стремятся привлечь 25 миллионов людей в течение 4 лет, чтобы присоединиться к их сообществу. Вместе они смогут создать бесплатный доступ, открыть и защитить глобальную децентрализованную точку Wi-Fi, которая положительно повлияет на повседневную жизнь сотен миллионов людей. Как же это все будет работать? Чтобы стать хостом, вам нужно зарегистрироваться, затем загрузить мобильное приложение или запросить домашний бизнес-маршрутизатор на сайте. Первые 100 тысяч маршрутизаторов будут предоставлены совершенно бесплатно. Вы сами решаете, сколько данных вы хотите пожертвовать. Их приложение активирует функцию мобильных точек доступа для вашем смарт-устройстве. И OPP Open Wi-Fi будет отображаться гостевым пользователям, которые хотят получить доступ к интернету. Система полностью безопасна как для хоста, так и для гостя. Система также предназначена для работы с домашним и деловыми Wi-Fi. Как можно заработать на этом? Вам нужно только сделать вашу горячую точку активной в течение 1 часа в день, чтобы получить право на оплату. Компания будет платить вам за каждое устройство, которое вы используете, чтобы внести свой вклад в глобальную сеть. Они будут платить вам достаточно, чтобы покрыть все или часть расходов вашего интернет-провайдера и оператора мобильной сети. Также они будут ежедневно платить членам всего сообщества за использование токена. Один токен, мы видим, стоит 40 центов. Платежи выставных счетов управляются с помощью самостоятельно выполнившихся договоров франчайзинга. Каждый день, когда вы будете делиться своими данными, просматривайте спонсируемые сообщения или публикуете сообщения и так далее, вы увидите, что токен OPP добавлен в вашу учетную запись. Как только вы зарегистрируетесь в этой компании, вам будет предоставлен код доступа к панели инструментов OPP. В личном кабинете вы можете указать, как хотите работать. С какой информацией вы хотите поделиться, сколько устройств у вас будет, сколько сообщений вы читаете и так далее. Теперь давайте посмотрим команду проекта. Это команда проекта. На сайте предостаточно информации о каждом. Есть их биография. Также у каждого имеется ссылочка на LinkedIn, где вы тоже можете изучить их биографию. Также советники компании, у них тоже есть информация и, конечно же, ссылочка на LinkedIn. Далее, что еще хотелось бы посмотреть? Давайте посмотрим дорожную карту проекта. Она составлена до декабря 2018 года. В августе публичная продажа, регистрация на бирже, бета-тест смартфон приложения, разработка функциональной панели мониторинга и установить контакт с рекламодателем. Далее, в сентябре заключение публичной продажи, распределение токенов инвесторам, запуск уже приложений для смартфонов и отправки маршрутизаторов. Далее, в октябре это уже заключить сделки с партнерами, также заключить сделки с рекламодателями, запустить реферальную программу и начать маркетинговую деятельность. В конце 2018 они уже хотят, чтобы у них было 100 тысяч хостов, также полную функциональность дашборд и расширение цифрового маркетинга. Ну и
конце дорожной карты, запуск кредитной карты, уже 250 тысяч хостов, функция быстрого обмена добавления в панели мониторинга и дальнейшее расширение команды для поддержки хост-сообщества. Ну и, конечно же, продолжение маркетинга. Далее это пресса пишет и продажа токенов. На данном этапе компания проводит свое ICO, давайте поговорим о нем более детально. Название токена OPP. Цена на pre-ICO, один токен равен 40 центам, как мы видим. Также имеются различные бонусы, смотря на каком этапе вы будете покупать. Сейчас у нас этап 4, 6 по 12 августа, бонус 25%. Ну и также с каждым днем он, конечно, будет уменьшаться. Вообще будет 9 этапов и продлится до 14 сентября. Soft cap они установили в 4 миллиона долларов, hard cap 40 миллионов долларов. Вам необходимо зарегистрироваться, чтобы инвестировать в эту компанию. Компания очень интересная. Если разработчикам удастся сделать энергоэффективный программный код, то у проекта будет действительно перспективное будущее. Иначе никто не захочет раздавать интернет, когда за час использования емкость аккумулятора уменьшится в два раза. Ну, конечно, исключением являются роутеры, которые не привязаны к такому показателю, как энергопотребление. Если вас заинтересовала данная компания, в описании к видео я оставлю ссылочку на их сайт, также их соцсети, телеграм-канал и, конечно же, white paper, чтобы вы почитали и изучили компанию лучше и уже приняли решение, инвестировать в нее или нет. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!